Всем привет, всем здравствуйте. Ой, довольная, довольная. Ну, тайна, ты меня сейчас это, все в шерсти буду. Погода офигенная. Просто сейчас уже вечер, я только вышла на улицу. Да ну! В общем, фишка какая. Мне позвонила подруга Аня и говорит, ну, типа это, я знаю, что вы вчера гуляли, но это, дрынды-дрынды, мы там в гараже жарим-варим, парим, приходи, ну, знаю, что ты обычно второй день не это, не пьешь, не гуляешь, вот, приходи. Я же, естественно, как всегда, отмазывалась, говорю, не, ну, конечно, ты что, мне так хреново, это... А потом полежала, посидела, походила, там к Ульяне дети пришли. Думаю, а что я сижу, блин? На улице такая погода хорошая. Сейчас, короче, будем смотреть. Они не знают, что я иду к ним. Да, кстати, со мной все нормально. А то думаете, может, я лицо не снимаю так. Я что-то со мной плохо. Да нет, ну, как бы все хорошо. Здрасте. Вот, все хорошо. Жива-здорова. Сейчас будем смотреть, короче. Так, ну Машу я уже увидела. Лишь бы Маша не увидела меня. А то сейчас Лена идет, будет неинтересно. Тайна! Тайна, иди сюда. Сейчас она меня сдаст. Короче. О, блин, Маша, она сейчас увидит меня. Да? Говорят, у них вилка упала. Короче, сюрприз не очень удался, ну ладно. Короче, говорю, сюрприз не очень удался, ну ладно. Маша, далеко не езди. Вот здесь, чтобы я тебя видела. Кто там, Света? Ага. Я тебя не снимаю. Здравствуйте. Вы меня ждали, мы приперлись. Вот и спи. Да. Сплю. Чего ты мою собаку гоняешь? Наливайте. Лена рюмку выпивает и уходит. Что у них тут есть? А, беляши, картошечка. Что еще у нас тут? Я забыла уже. О, сосиски на костре буду. Что-то я это...